Полезный город. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. В нашей студии я приветствую руководителя управляющей компании «Территория комфорта» Татьяну Пушкареву. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Принято считать, что при выборе управляющей компании надо ориентироваться в том числе на количество многоквартирных домов, которые находятся в управлении организации. Дескать, чем домов больше, тем и компания солиднее, значит, ей доверяют, и она ответственно выполняет свои функции. Согласны ли вы, Татьяна, с этим утверждением? Я с этим утверждением не соглашусь, потому что при выборе управляющей компании лично я ориентируюсь ориентировалась бы непосредственно на историю управляющей компании из открытых источников, то есть это руководство управляющей компании, какими компаниями раньше управляли, это сейчас все находится в открытом доступе. По ИНН-компании всю историю, все связи можно отследить. Также точно я бы проверяла картотеку арбитражных дел и сайт ФССП. Кроме того, новая управляющая компания, так как ей необходимо развитие, она будет заинтересована в качестве своих услуг, будет взаимодействие с собственниками налажено, так как лучшим инструментом для продвижения компании, я считаю, что это все-таки отзывы непосредственно довольных граждан. Территория комфорта, управляющая компания, как давно вы уже присутствуете на рынке, какой материально-технической базой располагаете? Территория комфорта достаточно новая управляющая компания. На рынке мы находимся с 2021 года. У нас сотрудники обладают достаточно большим опытом в сфере ЖКХ. Это более 15 лет. Мы не прибегаем к подрядным организациям, за исключением, конечно, специализированных организаций, которые обязательно у нас при управлении многоквартирными домами. Связь с собственниками у нас происходит непосредственно напрямую, то есть все и бухгалтерия, все полностью у нас находится в офисе. Сейчас зима, холодное время года, и остро очень стоят вопросы уборки дворов, крыш, вывоза снега. Как у вас с этим дела обстоят? На каждом многоквартирном доме у нас имеются дворники. Дворники работают в штатном режиме, то есть ежедневно. Кроме того, у нас заключен договор с компанией, оказывающей услуги спецтехники. Так как маленькая управляющая компания не рентабельно содержать свою спецтехнику, поэтому более выгодно и в плане для собственников, в плане для того, чтобы тариф был достаточно приемлемый, выгоднее прибегать к услугам спецтехники. Ориентируясь на погодные условия, мы заранее обговариваем даты проведения работ по уборке дворовых территорий и, соответственно, и прибираем. Также своевременно производится уборка крови. Ну, все подробности стоит, наверное, решать при личном визите, при личном обращении в территорию комфорта. Как с вами связаться? С нами можно связаться, придя к нам непосредственно в офис. Наш офис находится по адресу Труда 80А, офис 1002. Также все вопросы можно задать по телефону 43-72-72 через сайт управляющей компании, там настроена обратная связь, и через группу ВКонтакте. В принципе, также все наши контакты находятся и на ГИС-2, и на ГИС-ЖКХ. Спасибо, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Полезный город.